Всем привет, Blender 2.81, и давайте в этом ролике немножко порежем модель, как все это дело здесь происходит. Вот такой вот куб, и давайте немножко его порежем. Так, тройка на нампаде, единица на нампаде выравнивает модель. Заходим в Edit Mode, нажимаем английскую K, и вот появляется значок ножа. Режет он где-то вот в таком духе. Щелчок, щелчок и Enter. Вот, получается, мы уже сделали разрез. Повторяем опять же K. Можно теперь резать вот так вот. Вот наискось. Вот таким вот образом. Опять жмем Enter. Вот уже такой получился у нас разрез. Выделяем теперь полигоны. Снимаем выделение, выделяем любой полигон, вот так вот, и можем уже с ним работать. Нажимаем английскую, так, нажимаем K, нажимаем C и ставим точку. И вот вы видите, что появляется вот такая полоса, режет она на 45 градусов. Вот мы ее выставляем и жмем щелчок левой кнопкой мыши Enter. Вот разрезали и этот полигон. Чтобы разрезать куб именно пополам, сейчас Ctrl-Z, отменю все это дело. Чтобы разрезать куб именно по кругу, по квадрату, по кругу, единица на нампаде, жмем K, английскую, жмем C, ставим точку и жмем английскую Z. Удерживаем и щелчок. Enter. Вот вы видите, что он по кругу теперь сделал разрез. Ну а теперь вопрос, что дальше-то, да? Разрезали. Можно, конечно, с этим делом работать, если мы вот что-то делаем, какую-то деталь. Ну вот нажимаем опять K и нажимаем вот, ну, допустим, что-то нам нужно, ну вот такое. Разрез делаем Enter тут. Опять жмем K. Разрез делаем вот так вот. Enter. И делаем вот так K. Разрез. Вот такая будет у нас штукенция. Снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши. И можем взять полигон, выделить вот так вот полигон. И его G вытянуть, допустим. Ну, типа вот loop cut. Это вот находится здесь. Вот, loop cut. Вот мы можем поделить на лупы. Вот такая получается штукенция, разделение. Так, возвращаемся к Ctrl-Z. Уже можно какую-то деталь именно сделать. Вот в каком-то регионе, не прибегая к полностью делению, допустим, всего объекта. Вот как это все происходит. Так, жмем Edit Mode. И вот у нас есть Loop Cut. Мы его нажимаем. И вот чтобы нам выбрать квадрат какой-то, допустим, нам нужно вот таким образом все поделить. Вот делится вся вот эта часть. Снимаем выделение, берем полигон, выделяем полигон и уже G, вот мы можем его вытянуть, допустим. Вот такая штука получается. Опять же Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все это дело убираем и теперь попробуем другую штукенцию. Так, единица на нампаде. Выбираем вот эту вот bisect. Зажимаем его, и вы увидите, что есть кнаф, нож, вот которым мы сейчас пользовались. Это вот именно нож, который режет. Enter. Теперь Ctrl-Z. Выбираем теперь bisect. Зажимаем, так, единица на нампаде. Нажимаем английскую K. Жмем теперь C. Делаем точку, ведем ее вот так вот.
и зажимаем Z, режем по кругу. Вот, что происходит. Жмем Enter. Разрез прошел насквозь, вы видите, по всему периметру. И нужно все это дело, допустим, вам отрезать у какой-то модели какую-то часть, руку, там, кисть, ногу, да. Вот таким образом вы все это дело отрезаете, но нужно еще отделить ее. Здесь вам поможет уже Select, и находим Select Loops, и находим Select Loop Inner регион вот этот. Вот мы ее сейчас отделим. Ctrl-Z. Сейчас вот она делиться не будет, потому что выделены полностью полигоны. Ну вот B, вот все выделено, уже не отделится. Нужно снять выделение, перейти в Edit Mode, нажать, допустим, как вам установить модель, снять выделение, нажать вот этот Bisect, включить, нажать английскую К, нажать английскую С, поставить точку, отрезать где-то вот так, удерживая английскую Z, нажать щелчок левой кнопкой мыши и Enter. Все это дело, вы видите, выделился теперь вот этот регион полностью. Вот теперь поможет Select, заходим в Select Loop Inner Region, и отделяется у нас вот этот регион. Вот таким вот образом. Также можно зайти в Select, и вот есть Inverse. Инвертировать. Теперь вот этот регион у нас, вот эта часть выделена. Вот таким вот образом. Вот такая получается штукенция. Ну вот теперь нужно ее отделить. Здесь поможет именно Mesh и поможет Separate вот этот Selection. Вызвать ее, вы видите, что здесь написана кнопка P. Она вызывает вот эту вот именно функцию. Нажимаем английскую P. И вот выделяется окошко. Жмем Select. Отделяем вот эту вот часть. И вот теперь можно зайти в Object Mode и вот эту часть полностью отделить. Вот таким образом происходит резко. Все прикольно. В будущем все это понадобится для чего-нибудь. Вот такая штука. Закрыть, если вам не нужны вот эти пустоты. Так, это мы снимаем. И вот нужно закрыть вам вот эту вот часть, да? Выбираем, опять же, вот эту объект. Объект, который нам нужен. Заходим в Edit Mode. Нажимаем Shift-Alt. Левая кнопка мыши. И жмем английскую F. Так, где она у меня тут? И закрываем вот этот полигон. Снимаем выделение. Вот такая получилась штукенция. Ну вот где-то в таком духе. Все, всем пока, до свидания.